Вот и отлично. Сейчас я накрою на стол, а ты пока иди уроки делай. Мам, так я только что пришел со школы. Я устал. Там нам с самого утра разные предметы в голову вбивали. Чего? Ну, в смысле, мы новые темы учили. Ну, мам, ну можно я немножко отдохну? Ну, ладно, часик можешь отдохнуть, но потом сразу же за уроки. Ура, окей. Ну что, сыграем? Давайте, ребята, моя миссия вас оборонять, а вы забираете кристаллы. Давай, давай, давай. Упс. Так, ребята, подстрахуйте меня, я сейчас вернусь. Давайте еще немножко поднажмем. Чел, сорян, я бы с тобой с радостью сейчас сыграл, но мне нужно забрать моего Браугера. Ух тышка, Грей, вот это мне повезло. Ребята, вот мне так легко, еще никогда Браугер не доставался. Это обнова, ничего. Ну что ж, прокачаем тебя, Грей. И так, так, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Вау, класс! Ну что, у меня уже Грей на 7-й серии. Теперь всех буду выносить с поля боя. Ребята, а кто уже успел забрать Грея? Напишите в комментах, посмотрим, сколько нас таких. Даня, твое время вышло, давай за уроки. Ну, мам, мне еще чуть-чуть, мне еще копиночку. И я заберу своего легендарного бойца, Честера. Мам, можно я еще доиграю, потом сделаю все уроки, честно-честно, пожалуйста. Дай мне еще последний шанс. Угу. Ну, вчера и позавчера не считается. Ну, вот и отлично, чем быстрее сделаешь свои уроки, тем быстрее заберешь своего Честера. Быстро. Ах, ну ладно. Постоянно эта домашка. Ну что, мне будет преследовать? Ребят, если вы также не любите делать эту домашку, как и я, поставьте лайк. А я пошел. Да, я так понимаю, вам на математике задали Честера забрать, да? Не мамка, а давай делай домашку. Сначала домашка, потом Честер. Понятно? Понятно. Вот так-то лучше. Я смотрю, ты снова за свое. Ну, мамочка, пожалуйста, я уже все прошел. Прикинь, мне еще только осталось Честера забрать, и все. Ну что ж, вижу, ты не угомонишься. Ну ладно, пойдем вместе заберем. Ура! Ребят, мне уже не терпится забрать моего нового бойца, легендарного Честера. Ну что ж, заходим мы на Бравл Пасс. Давай, забирай. Итак, забираем. Yeah. Вау, на Честера. Класс. У нас Честер пополняется. Поехали так, дальше. Еще берем на Честер. Класс. Нам еще немножко, и у меня уже будет мой легендарный боец Честер. Так, вообще, забираем наши гемасики. Так, монетки и смайлик. Давай, 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 давай. Класс. Вообще, еще копиночку осталось. Это, кстати, на хроматического бойца. А я не знал. Так, еще значок. Так. Дальше. Ну, Честер, класс. А, еще чуть-чуть. Вообще, совсем чуть-чуть. Так, ну, в принципе, нам все равно на Честера не хватает. А сколько нам не хватает? А, блин, 129 не хватает. Ну, у нас, в принципе, гемасики есть, потому что мы собирали на... Бравл пассе. Нет, подожди, нам хватает. Ну, конечно, нам хватает. Там 126 гемов, но я, честно говоря, думала и рассчитывала на то, что нужно будет меньше гемов для того, чтобы его забрать. Ну что ж, заходи на Честера. Да. И...
Нажимаем. Собирай. Раз, два, три. Три. Yeah! Yeah! Класс! Yeah! Yes! 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 Мы забрали своего, как говорится, шута горохового. Но он ведь... Новый мифический боец! Мистер Пином еще... Нет, нам его теперь нужно как бы... Собрать. Да. Да. Выбирать. А почему нам не дали выбрать? А, я, наверное, раньше выбирала. Да. Ну, потому что я тоже иногда захожу и... Да. И выбираем нашего нового бойца. Давай, еще прокачаем. Нет. Да, еще прокачаем. Так. И Оля. А, слушайте, это вообще нечестно. Да, ну, это как то есть... когда-то было. Я в шоке, потому что мы специально ставили силы, и их отдают просто любому бойцу. Ну, то есть ты не имеешь права выбрать, кому отдать их. Это вообще нечестно. Ну, то есть я бы хотела отдать все Честеру, правильно? А сколько отдали Честеру? А нет, мы здесь можем выбрать. Ну, в принципе, давай. Вот посмотрим, так, где Честер. Он у нас лиги, вот. Так, раз, ну, что-то там отдала. Четыре. Пять, шесть. А, на семь! На седьмом! Так значит, все-таки ему отдало? Да. Ну, написано, ну, как бы, любому. Ну, наверное, выбирай. Самому последнему. Все, а теперь мы будем просто всех выносить. Давай, по... я выношу. А, нет, я. Ладно. Ну, ладно, окей, давай. Можно как ножницы бумага? Нет, давай, ладно. Окей, так. Давай. Все, один на... А куда ты вошел? Ну, в какую катку, в какую карту? Каждый сам за себя. Окей. Каждый сам за себя. Вау. Слушай, вообще клевый такой. Чему-то он бросается. А своими штучками... А, бомбончиками шар. Да. Ура. Нужно проверить. Нужно проверить на ком-то, правда? Да. О, вот и Нита. Нита, привет. Больно. Это... Так, давай, давай, давай. О, посмотри, какая у нас ульта. Видишь? Слушай, я ульты не видела вообще, какая у него ульта. Я тоже. Давай, чтобы тебя... Ай-яй-яй, меня чуть убили. Так, погнали дальше. О, Эль Примо, иди сюда. Иди сюда. Так. Та-дам! Он кричит, та-дам! Yes. Так, 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 так. Нужно еще прибить Тика. Ну, к Тику лучше приближаться поближе, потому что он такой хитрый парень. Yes! Класс! Классно, вообще он такой клевый. Ты лучше всех! Я знаю. Короче, у нас еще пополнение в легендарных рядах. Класс. Ну что, Дань, тебе Честер понравился? Очень сильно. Честно, мне тоже очень понравился Честер. Так что, ребята, собирайте на Честера. А ты давай, иди домашку делай. Ну, ты же забрал его. Легу свою забрал, забрал. Иди домой, ну, делай домашку. Пожалуйста, последний шанс. Домашку делай. Всем пока. А я пошел домашку делать. Еще раз Честером сыграю.